делегирование задач – это ключ к эффективному управлению временем и достижению целей. Когда я научился доверять другим, я заметил, как освобождается время для стратегического мышления. Вместо того, чтобы погружаться в рутину, я могу сосредоточиться на важных аспектах проекта. Представьте, что вы управляете командой. Каждый член команды обладает уникальными навыками. Делегируя задачи, я не только повышаю их вовлеченность, но и использую их сильные стороны. Это создает синергию, где каждый работает на общий результат. Кроме того, делегирование помогает избежать выгорания. Когда я распределяю задачи, я не только облегчаю свою нагрузку, но и позволяю другим развиваться. Это двусторонняя улица, я достигаю цели быстрее, а команда растет и учится. В итоге, делегирование – это не просто передача задач, это инвестиция в будущее –